Я приветствую всех наших гостей на сегодняшнем празднике. Сегодня праздник – это действительно второй день рождения самой первой спортивной школы «Балашиха». А сейчас улыбнитесь, где сейчас занимаются тысячи детей и подростков и воспитываются чемпионы и мастера высокого, высочайшего мирового уровня. Особую благодарность хочу выразить Сергею Николаевичу Лакину за его идеи и вклад в развитие этой школы, Хусаину Эдуарду Ришатовичу, а также всем, кто принимал участие в развитии этой современной спортивной школы, оборудованной по всем высоким стандартам, и которая стала для нас теперь родным домом. Поздравляю всех!